Всем привет, ребята! Сегодня мы поговорим, зачем изменила жизнь аэроэкспрессов на «Ласточку». Погнали! На киевском направлении по маршруту Москва-аэропорт Внуково курсирует «Ласточка», а раньше курсировал аэроэкспресс. Зачем заменяли аэроэкспресс на «Ласточку»? Это как-то странно. Поэтому я вам предлагаю так сделать. Зачем «Ласточку»? Заменили на аэроэкспресс. Вот так, вот как сказать? А? Напишите в комментариях, зачем ласточку, то есть зачем аэроэкспресс заменили на ласточку? А то одного аэроэкспресса на киевском направлении больше не осталось. Теперь это ласточка аэроэкспресс. Ребята, скажите мне, пожалуйста, напишите мне в комментариях, зачем убрали с маршрута Москва-аэропорт Внуково аэроэкспресс и добавили только ласточек. Я хочу узнать. Поэтому напишите в комментариях, зачем это сделали. И сейчас мы будем говорить об ЭШ-2 Штадлер аэроэкспресс. Итак, ЭШ-2 Штадлер аэроэкспресс был построен в 2018 году. И курсировал он по двух маршрутам. Москва-аэропорт Внуково и Москва-аэропорт Домодедово. В 2019 году курсируют по шестивагонный ЭШ-2 Штадлер аэроэкспресс курсирует по маршруту Москва, то есть Одинцово, аэропорт Шереметьево. В 2022 году убрали все аэроэкспрессы и заменили на ласточку. А это вид с моста красивый, когда вечер наступает. Издалека едет аэроэкспресс. Ребята, зачем заменили аэроэкспресс на ласточку? И сейчас есть ласточка в аэропорт Внуково. Ездят три ласточки. Это СС-2Г-103, СС-2Г-104 и СС-2Г-105. Я ничего не знаю, поэтому вы напишите в комментариях, хорошо, подписчики? И тогда я рано или поздно узнаю, зачем заменили аэроэкспресс на ласточку. Ну вот так. Итак, сейчас будет ролик подходить к концу. Итак, ЭШ-2 Штадлер аэроэкспресс – это двухэтажный поезд. На первом этаже можно посидеть и смотреть, как вниз мы едем, а на втором этаже можно даже смотреть на весь вид такой красивый. Вы представляете? Жалко, что убрали с киевского направления. Ничего. Наверное, я когда-нибудь еще поеду на Павелецкое направление. Для вас сниму тоже аэроэкспресс. Кстати, на Павелецком направлении еще ходит старый аэроэкспресс. Аэроэкспресс как электричка. Еще электрички в аэропорт Домодедово ездят. Ну, странно. Электрички в аэропорт Домодедово, это как-то странно. Ну ладно, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.